Встречу с родителями педагоги многопрофильного центра детей и молодежи сделали разноплановой и интересной, пригласив к открытому диалогу большое количество специалистов – сотрудники МЧС, методисты учреждения, представители духовенства. Каждому из них была представлена возможность выступить и рассказать о том, почему мамам и папам так важно быть самыми близкими для своих детей и знать об их трудностях и проблемах. Мы все-таки хотим с ними встретиться, посмотреть, научить их чему-то, потому что у нас дети и маленькие, и подростки, и многие родители зачастую не знают все-таки, как заниматься воспитанием. Всегда церковь говорила, что религиозная составляющая и вера в Бога определенно должна формировать в человеке какой-то тот стержень, который в будущем позволит ему хотя бы иметь шанс выбрать достойный путь своей жизни. Специально к родительскому собранию ребята многопрофильного центра подготовили небольшой концерт, а также выставку творческих работ учащихся. Все это стало отличным наглядным примером успехов, которых добиваются малыши, проходящие подготовку в учреждении дополнительного образования. Мы хотим, чтобы родители проявили большую активность и участие в жизни и деятельности их детей. Чтобы они вышли с какой-то даже инициативой в нашу организацию для проведения совместных мероприятий каких-то, встреч, бесед, тематических вечеров. Сегодня многопрофильный центр детей и молодежи объединяет в своих рядах не одну сотню талантливых брестских ребят. Только здесь, в микрорайоне Ковалева, они проходят специальное обучение в 2 из 8 городских клубах, входящих в структуру учреждения. Разноплановость обучения позволяет ребятам выбрать интересующий профиль и развиваться, достигая успеха в своем виде творчества.